Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем вот с такими вот монетками. Мне понадобятся две штуки. Первым делом максимально по центру стараюсь накернить. Две штуки заточил, получились вот такие вот штучки у нас. Как думаете, для чего это? Конечно, можно купить. Если кто-то хочет покупать, покупайте. Такая вот способ получилась для соединения шкантов, то есть чтобы все ровненько было, как поставили, так и есть. У нас получились вот такие вот штучки, но это еще не все, сейчас покажу еще одно приспособление. Второе приспособление будет у нас вот таких болтов восьмерки, неважно какой длины, нам будет все равно надо будет укорачивать, они слишком длинные, желательно там двоечку, двадцатку, двадцать пятку. Мы сделаем из вот этих. Зажимаем патрон, шуруповерт. Я, конечно, буду использовать гриндер, но можно использовать ОШМ, если у кого нету гриндера. Получились вот такие вот два штуки. Я их наточил, чтобы немножко кончики острые были. Теперь нужно их укоротить. Ну и теперь для чего они? Они будут вместо наших монеток. Я просто как вариант. Также устанавливаем. Ну, здесь давайте туда вот так вот сделаем.
Друзья, ну, сами понимаете, что идеи самые простые, делаются элементарно. Можно, конечно, опять же повторюсь, купить, но сделать своими руками гораздо приятнее. Какая вам идея понравилась больше, напишите в комментариях. Ну и вам огромное спасибо, кто смотрит меня, кто поддерживает. Вам всем еще раз огромное спасибо. Всем вам крепко жму руку. Желаю вам всем крепкого здоровья. Ну и до новых встреч. Пока-пока.